Я вот тут нахожусь в Потеряевке. Сегодня вроде 26 августа. И вот пришел к Игорю, он трактор ремонтирует. А у меня зуб болит. Я говорю, мой руки, они в мазуте у него. И сейчас зуб будешь мне ремонтировать. Вот я принес святой воды и напильник. Вот. Потому что мы как на севере находимся. Я считал, как один сам себе операцию сделал. Как ногу там где-то было зажато. Он ее отрезал ножом. Сам себя в капкан попал в волчьи. И остался живой благодаря этому. В нижнем ряду последний зуб снутри откололся и острый, режет язык. Даже разговаривать. Слюну не могу никак проглотить. Мы это сейчас осветим. У нас святая вода. Вот мы сейчас все это святой водой. По вере вашей, да будет вам. Я всю ее, даже ручку помою. Во рту прополощу святой водой. Господи, благослови. Игорь Александрович Барабаш, староста деревни. Так к нему за всяким делом идем. Он говорит, да какой я врач? Я говорю, ты же в двигателях разбираешься. А организм человеческий тоже двигатель. Маленький, только... Вот так не надо туда-сюда, а именно на себя тянуть, только в одном направлении, чтобы зуб-то не расшатать. Так у него рабочий, это надо вперед толкать. Ну, как рабочий? Ну, он работает, когда напильник надо вперед. Ну, маленько в этом направлении, все равно же он что-то берет. Ну, чуть-чуть. Ну, маленько так. Он острый у меня. Вот видишь, руки помыл врач. Давайте руки святой водой помою. Вот видишь, по вере вашей, да будет вам. Вот, чтобы мозги были... Правильно. О. Давай. Вот во дворе у него. Альберт Швейцер, он лечил, когда я от проказа. Тогда только изобретена была вакцина Мацуда. Это впервые начали так из проказа выходить. И он говорит, а что ты любишь? Он говорит, собаку люблю. Веди собаку сюда. Вон она, собака у него лежит. Рэм. А тот говорит, а я с коровой вожусь. Веди корову в палатке в отдельной, у нее корова, он сам дует, чтобы человек был с полным спокойствием духа. Это содействует тому, чтобы организм был вылечен. Меня сегодня связали с Давыдовой женой, с Галиной. А она, где живут они? Белово, Ребрихин. Белово, Ребрихинского района. Километров, наверное, 50-60 отсюда. Да, 50. Да. Она зубной врач. И там, говорит, очередь у нее дерутся, говорит, даже за очередь. Ну, а вас я без очереди приму. Я говорю, это 60 километров, я буду ехать. 30 километров, 50. Не, ты посоветуй, что делать. Так что делать, ехать к врачу надо. Интересно как. Я вспомнил сразу, это вступление такое. Иван Грозный заболел. Ну, сразу врача. Врач осмотрел и говорит, клизму ставить. Его сразу схватили, а помазанники Божьим такое сказал, богохульник, еретик, и казнили его. Помазанник Божий. Ему сказали, говорит, есть тут немец один лечит. Ну, давно уже, ну, никто не жалуется. Его вызвали, он долго стучал, смотрел и говорит, клизму ставить надо. Да ты еретик, да ты... Туда же его. Говорят, на болоте какой-то живет. Борода уже не зеленая, а желтая. Вот он знает, как-то там лягушащими лапками что-то делает. Да как волшебство. Не, не волшебство. Он просто состав знает. Вызвали. Тот осматривал его два дня подряд. Шептал что-то, потом говорит, ничего нет, выхода нет. Только один выход. Какой? Клизму ставить? Ну ты-то, ты наш природный, ты же православный. Да так как ты? Да а я не сказал, кому ставить клизму. Ну а кому? Народу. С тех пор так говорит, как у нас что в народе не делается, это не идет перестройка. Сразу клизму народу ставят. Так у нас зубом-то. Помазанник Божий перед тобою. Давай. Пусть рука не дрогнет. Бля, нижний, дальний. Прям в рот залазь. Самый последний зуб снаружи, который. А-а-а. Ты только десну не задень. Ты увидел я? Да, да. Острый. Подожди, ты куда давишь? Туда? Туда. Нет, только сюда. Сюда не идет, ты в щеку тычешь. Сюда, на себя тяни.
А свое? Как ты думаешь, это от зуба? Да, конечно. О, молодец, у тебя получается. Нет? Уже не так, давай еще. Господи, благослови. Ну вот говорят, учиться надо долго, а поверь, будет нам. Давай на третий раз, что будет. Фу, потерпим. Ну как, сам-то видишь, лучше? Да не видно ее. Видно, что что-то цепляет. Ну все, благодарю. Сколько стоит-то? Да ладно, бесплатно. Ну ладно. Ты далеко-то на пилик не девай, я могу прийти завтра, ночь пройдет. Ну ладно. Спаси, Христос, поблагодари родных, которые тебя таким смелым воспитали. О, так, а где фуражка-то моя? Все, Мария, отошли. Ну да, пришел себе. Ну спаси, Христос. Посмотри, что он делает. Я вон заснял-то где. Ты расскажи, какая у тебя неприятность-то. Подойди сюда. Ну это другое. А! В радиатор это, или куда? Это покусно, да, в радиатор. В радиатор насыпали мне каши и решил, наверное, кто-то там кашу сварить. Кастрюль дома не хватает, решил у меня в радиаторе, в комбайне сварить кашу. И вместе. И сейчас еще три злака: пшеница, гречка и горох. Ну и раз прочистил, все вроде бы промыл, заново завожу, опять комбайн греется, опять смотрю в горловину заливную. Но это не могло каша. Само никак. Само никак не могло. Это рукотворенное. Рукотворенное. Пакость. У тебя, значит, завистники есть? Ну не знаю. Ну так. По какой это причине? Может, ну, не завистники? Не свои же деревенские это, кто-то другой, наверное. Не знаю. Ну комбайн-то стоял на шее. Комбайн-то здесь стоит 30 метров. Ночью никто не охраняет. Нет, конечно. Ну помоги, Господи, от всяких врагов, тайных и явных, чтобы избавил Господь. Спасибо, Христос. Да благословит Господь. Все, уходим. Сегодня 29 августа 2014 год, село Белово, брат Владимир на Благовестии. Хозяев дома нет, раздаем приглашение в библиотеку. Сам автор книг Игнат Тихонович. Пошловато заходить в баки. Легко, хорошо приняли. Я даю Новый Завет, у меня с собой вот Новый Завет. А она говорит, а у нас есть, улыбнулась и все. Мы пошли к следующему дому. Тут с подковами окружены.
Видно, даже никого и нету. А может, я видел, кто есть. Интересно, как купа деревьев стоят отдельно. Так, как правило, бывает дом, когда стоял, убрали. Ладно, уходим. Уходим. А. Добрый день. Мы из Потеряевки пригласительный вам даем. Откуда? Библиотеку вашу. У вас выхода в интернет нету? А может быть, у знакомых есть? Дайте большой православный сайт. А у вас есть Новый Завет? Вторая часть Библии, бесплатно даем. Не знаю, черный какая-то есть. А? Черного цвета, обложка черная. Нет, черного нет, это голубая, ни разницы нет никакой. Это вторая часть Библии, Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Не знаю. Православная церковь. Нет, такого нету. Ну, во славу Божию. До свидания. До свидания. Мы из Потеряевки, рядом ваши соседи. Это какая Потеряевка? Где? Мамонтовский район. Мамонтовский. А у вас тут племянник мой живет, Давид Устинов, его жена врач по зубам. Ну. Давыд, а знаю Давыда. Евангелие считаете, нет? Нет. Так у вас Евангелие есть в доме или нет? Не знаю. Возьмите Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, нет? А вы в библиотеку не ходите? Нет. Нет. К соседям. Другим зайдем. Геннадий Иванович, он не слышит. Добрый день. Добрый. Вы хозяева здесь? Да. А молодые кто-то есть? Есть, но их нету. А где они? На работе. Вот им пригласительную отдайте. Это мы из поселка Потеряевка. Ну, что? А у вас в доме Евангелия есть, нет? Есть. А как? Есть, да? А то мы даем бесплатно Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Молодым подарите? Подарим, если подарьте. Время будет. Подарите наш сайт, скажи, очень полезный. Во славу Божию. Храни вас Господь. И вас. Мы из Потеряевки рядом. Ну, поняла. Давайте. Вот такой народ. Ласковый. Вы пешком, что ли, ходите? Ну, мы машину там оставили. Все, мы уходим. Давай назад поворачиваем. Эта улица закончена. Сейчас мы договорились, кому даем пригласительное. Раздадут. Все на этом. Можно заканчивать. Вон Володя идет. Прошел тоже. Все. Закончилось. Даши-то еще нет. Видишь, это уже пошел. Были, да? Да ладно. Нам надо будет не мешать. Вот Куси. Машины, деревья, замечательно. Большая деревня. Ну я на это поскоблила, знаешь? Золотая нормально. Да. Сегодня могу помидоры есть даже. А в чем причина из-за зуб? Зуб со осколком был, и он у меня резал язык, не давал себе катать. Я только одно спрашиваю, скажи, а почему? Сам я напильником-то тащил-то. Почему не помогло-то? А? У меня наклона не было, она говорит, да, так ответила. У меня наклона того не было, какой надо завалить. А-а-а. Я просто его пилил. А пилил, она получается... Кромка острая создавалась. Острая я создавал, еще острее его. Мы находимся в Белово деревне. Приехали к нашим. Иначе мы... Вот тут неудобно. Вот у них тут беседка.
Это второй, это кто? Дядя Саша. А там мы к кому заехали? Эй, Коля. Давай, залей сюда. О, давай-ка. Ей, Саш, вас там зовут. Саша, работяги. Спрос. Тихо, успокойся. Миром. Миром. Че, все? Отбегалась? Тебя хоть бегать не будет. О, еще один несет. Мир тебе. Бегал петух, горе не знал. Держи, Санька, то улетит. Без мяса останетесь. Туда как вот зайти-то? По лестнице. По лестнице? А-а-а. Разлика. Это длинное. Не думал быть здесь, но пришлось. О! Вот они где. Хорошо. Да я закрою. Что-то мне не получать. Ну, вот теперь да. Хорошо. Просто ребята нужны, с вашего разрешения. Я говорил, что у нас там человек пошел по улице, Володя. Он раздает, одна у нас визитка такая. Приглашаем вас в библиотеку, где находится книга. То есть ту, которую мы давали, сделана более краточно. И второе, спрашивает, у кого есть интернет, вот эту видео. Но мы пройдем только одну улицу. Но у вас же не одна улица? Нет, у нас очень много улиц. Много улиц. Не могли бы ваши ребята пробежать и пригласительные раздать? Хорошо. Еще тут нету, ни политики, ничего нет. Просто напомнишь о книгах, которые в библиотеке, и кто ходит в интернет. Это, они очень богаты, наши люди. YouTube, больше 1900 роликов. Там поездки о нашей, кто-то потеряевки, там встречи, беседы воскресные. Так, вы, ребята, согласны помочь? Поучаствовать. Тогда мы сейчас выйдем обратно, Володю захватим и к вам заедем. Хорошо. Нам ничего не надо, у нас все с собой есть. Даже чай не попьете? Нет. Мы решили, взяли арбуз, заедем там в лесу от вороток, чтобы по лесному так. А в доме-то мы... У нас сегодня валили дерево засохшее там, около Диакона. Ну и оно большое, пила это механическая, это, ну как дружба называется, увидите, коротенькая. Я пошел к батюшке, попросил, ну залез наш Володя высоко, мы веревку вторую тянуть. А ветер дует туда, я говорю, она пойдет не в эту сторону. Так и случалось, она упала и новую ограду поломала у Диакона. Мы все виновны, что делать, как надо делать. А не как, оно засохло, падает просто пополовину дерева, а там тройным росло. Ну все, поехали сейчас.
Давай зайдем туда. Тут вот еще. Надо вот такие принесите. Я в пакетик вам переложу. Что-то принесите сюда. Зайдите вместе. Мир вам. Значит, мы прошли, это ребятам сказать, от больницы в этом направлении, как мы ехали, одну сторону улицы, там с краю еще чуть-чуть обратно. В эту сторону лифту. Ту, дальше, как вот мы ехали к концу. За больницей, одну концу. Сторону. Угу. Так вот, какое приглашение, посмотрите. Да, пакет. Понятно. Это то, что есть, мы то и говорим. Угу. И здесь приглашение. Батюшка крестит, и написано Писание. Значит, мне нужно, чтобы кто-то из ребят еще был, чтобы рекомендация была абсолютно точная. Пусть он подойдет сюда. Мальчишки, подойдите, выслушайте внимательно, давайте потом будете своими делами сюда заниматься. Добрый день. Так, сюда подойдите. Посмотрите, вот такие вот пригласительные. Раздать нужно будет. И спрашивать, у кого есть интернет. У кого интернет есть, вот такое приглашение дать. Да. А это вот пригласительное о библиотеке. Книги там уже есть. Так, нужно его отдельно только сложить. Мы сейчас переложим. Мы сейчас прошли немного. Ну, немного совсем. Потому как, видишь, мы приехали. И уже не вовремя, можно сказать. Так, второй мешочек где-то был. Был, нет, второй мешочек? Принеси еще один пакет. Только еще один. Если останутся, когда обойдетесь, это не обязательно сегодня, завтра, на любое время, зимой, летом. Хорошо. Чтобы люди знали. Потому что люди не знают, то радио не передает. Вот. Кроме того, можно оставить вот эти вот книжечки. Они очень полезные, хорошие. Ну, если люди спросят, сказать, они не православные, но они очень хорошие. Как найти Христа? Мы их везде оставляем. В них тоже ничего такого нет. Сейчас мы положим. Пригласите, видишь, какие сделали богатые. Это нашелся человек. Виктор Андреевич, врач наш. Вот. А теперь этих вот мы заказали несколько тысяч. Их надо во что-то тоже сложить будет. А вот таки, ну, у нас не стоит. У вас людей-то много, но вот эти вот давать только тем, ну видно, что старый человек, он никакого интернета. Но говорят, но у нас знакомые-то, у сыновей есть, им все равно дать. Угу, потому что люди, когда заходят в интернет, на наше богатое такое, то им очень много это дает, много. А мне, говорит, сын запился, то другое, неважно, запился, будет трезвым, если он будет читать Слово Божие. Вот это у меня направить. Так, мы несколько оставляем слово Господу, Евангелие, кому нужно будет. Скажите, новый завет есть, нет, нет. Вот это бесплатно все раздать. И сегодня, не завтра это, когда возможность будет. Отдельно Евангелие от Иоанна, вот мы все захватили. Вот так, это детские, можно даже показать будет. Не наши они. Все. Мы уходим. Возьмите. Большое сокровище оставляем вам. И трудитесь медленно. Если всех обойдете, больше никого нет. Остатки можете через Давида передать как нам. Хорошо. Спаси Христос. Не нарадуйся, слюну глотаю свободно. А вот. Золотые рученьки твои, Галина. Когда училась ты на этом? Давно я учился. Давно. Уже, наверное, прошли тысячи людей через вас. Да, наверное. Да. Потому что стоматолог хороший, он ценится. Я-то, видите, где бываю, ну, мне нельзя зубы терять, зубами теряется память. Мне все... Давид объяснял, почему вы не удаляете. Да. Я не знал это. Я просто держался и в Америке пытались мне заменить. Это выдрать корни. Я говорю, нельзя, это с памятью связано. Я в университетах веду занятия. Не, да что вы придумаете? И вдруг объявляют, шведские ученые там десятки лет проводили опыты. И нашли, скажем, зубом удаляется часть памяти, особенно верхняя часть.
У меня-то бесплатно ремонтировать, как репрессированному, реабилитированному. Ну, я пришел, они дергать надо, ну, я пошел туда. Я считаю, что после 70 лет нам не надо мешаться под ногами. Средства, отпускаемые государством на лечение, надо тратить вот на таких. Если что-то не так, у них там выправить, сделать операцию. А сейчас спрашивают с нас. Вот, я за всю жизнь таблетки не съел. Богу. Хожу босиком, работаю, но этот зуб-то, который меня подвел, вот я явился. Не хотел ехать. Думаю, что я буду мешаться. Но довело меня уже, наверное, больше недели. Все-таки Господь довел сюда. Это Господь так сделал, я чтобы... сразу раздала всем на работе вот визиточки. Как. Если бы я сам себя напильником выровнял, к вам бы я уже не пришел. Не было бы этого свидетельства. Ну, в Барнауле будете, знаете, что дверь наша открыта всегда. У нас там и Давыд был. Так, Саш, вы нашли квартиру. Да? Квартиру-то нашли. Сколько голубей у вас? Вот я посчитал 17. А они что? Учиться будут на ВРЗ. Там, где в жить, а там и учиться. Значит, на ВРЗ. Я насчет там добираться хотел очень сказать. Неудобно. Мы называется думали об этом. А когда вот нам когда объяснили все наше. Значит, те, которые без хохолков, это может... Он... Там очень неудобно. Там транспорт очень... Это деликатесное такое мясо. А из этих у него дальше наплодятся больше, которые крутятся. Это бывает вырождение, они голуби близко друг к другу. Ну, из одного гнезда там друг на друге женятся. Скажи, которые без хохолков, можешь постепенно их удалять. У тебя новые появились, потому что. Все. Так, будете в городе учиться, знаете, что к нам можно свободно в любое время заходить. Суббота, воскресенье, ну, если будет желание. У вас как? Иди-ка сюда, парень меньше. Как тебя звать-то? Меня Тихон. А? Тихон. Тихон. Вот. А ты знаешь, кто Тихон-то у тебя в родне? Прадед. 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 Вот кто думал, что появится Тихон? А как переводится твое имя? Приносящий счастье. Вот таким ты и будь для всех. Для Бога, для родителей, для братьев и сестер. Приносящий счастье. Ну, до свидания. С Богом. Так, нам ехать куда? Выйдем на улицу Центральную и пошел. Направо. Так, нам ехать, в общем-то, куда? Направление от солнца? Туда, вам ехать. Туда ехать. Значит, туда, в затылок. Все. До свидания. Если еще останется, когда пройдете все усиление, можете на другое передать, кто-то кому-то передает, потому что у нас достатки. Люди отпустили средства на это, мы и сдали. У нас очень богатый материал на сайте, на форуме, там, тысячи тем, вы знаете. С Богом, до свидания. С Богом. С Богом. Спасибо, Христос, что Слава нас Христу. Посетили. До свидания. Чай не стали пить. Да ладно уж. Господь делает. Вот если бы я вылечился где-то там, я бы здесь уже не приехал. Да зачем ехать сюда, когда у меня там работа вот так? Все, бросил и поехал. Допек он меня этот зуб. С Богом. Нет, ну, слава Богу. С Богом. С Богом, да. Поехали. До свидания. До свидания. Деревья объясни. Какие большие. Ну вот сейчас выехали из Белова. Там мой Игнатий Иванович Лапкин, вот он сидит, лечил себе зуб. У него зуб сломался и резал язык. Там заезжал своим родным. Решили по дороге остановиться и немножко перекусить. Тут у нас арбуз, хлебушек. Вчера глухонемая Валя, Ильичук, показывает арбуз, возьми. У нас, говорит, их много, вот такой там. Давай. Она пошла в огород. Она приехала к сыну. Ну, сноха такая мастерица. Людмила. Вот вчера дали. Мы могли бы не ездить. Ну, как-то уже так заведено, а чтобы дорога его хоть один раз посидеть. Тут сосны, березы. Поразмышлять, поговорить. Ездили в больницу, попутно пошли на Благовестие, разносить пригласительное. Новых заветов набрали, раздавали.
Какие сосны? Да, могучие. А толовей. Огромные. Я видел, Швеции хорошие, все, но таких не видал нигде. Слава Христу!